Городские котельные на 80% готовы к отопительному сезону. Об этом на оперативном совещании коммунальных служб сообщил директор компании «Магадан Теплосеть» Павел Жоров. Накануне осени благоустроительные работы набирают обороты. Сотрудники комбината зеленого хозяйства закончили плоскостной арт-объект из природного камня возле главпочтамта. Планы на лето коммунальщики обещают выполнить в срок и в полном объеме. Нами ежедневно устанавливаются детско-игровые комплексы, малоархитектурные формы по тому плану, общему плану, который был опубликован в начале года. Больших изменений он не претерпел. КЗХ продолжает ремонтировать лестницу на Пролетарской 55 и 61. Там восстанавливают перила и ступени. По плану работы должны закончить к 1 сентября.